В России предложили маркировать видеоигры по их содержанию. О новой инициативе Минэкономразвития сегодня пишет «Известия». Специальные знаки и текстовые предупреждения на обложке будут не только раскрывать суть игры, но также позволят защитить геймеров от неподходящего контента. Специалисты будут оценивать его по нескольким критериям перед выходом в продажу. Сюжетная маркировка станет дополнением к уже действующей возрастной и коснется игр на всех платформах.